Прежде всего, я предлагаю свою шаштангу давать Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нитилила правишти Ом Вишнупада, Аштота Рашата Шри, Рупа Нугачарьева, Ришила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my parent Gurudev, at Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all seven Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение я кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнавам. Благодарю, Кирилл.
Гурмат ки джай. Our Srila Krishna's Kharaj Goswami Pad has glorified Sri Satchinanda Gauri. Наш Шрила Кришнадаса Кхараджа Госвами прославил Шри Сачинандану Гаурахари. Йогьянаматам бувалам дояло Уланьялат пракарат праматам Сваприма сампат судаят бутейджам Си Кришна Чайтаньям амум прапатте. I take shelter of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я принимаю прибежище под сенью лотосных стоп Шри Чайтани Махапрабху. Йогьяна маттам бхуванам дая лорд. All the people of the world were intoxicated with the sense gratification. Все люди, все человечество мира было охмелено чувственным наслаждением. In a state of ignorance. Все находились в состоянии полного невежества. But Sri Chaitanya Mahaprabhu distributing the nectar of the holy name and through the holy name distributing love for himself, for Krishna. Раздавая всем нектар святых имен посредством которых он раздавал любовь к самому себе, так как он и есть Шри Кришна. He converted all those people who were intoxicated by sense gratification and made them instead completely mad and intoxicated with Krishna prema. Он завербовал всех этих охмеленных чувственным наслаждением и охмелил их Кришна премой. So this is what we want. Вот это то, к чему мы все стремимся. That that merciful Sri Chaitanya Mahaprabhu will sprinkle his mercy upon us, that we can give up our ignorant intoxication of sense gratification and be intoxicated in love for Radha Krishna. То, на что уповаем мы, что Махапрабху пролил свою милость на нас и позволил нам выйти из вот этого беспробудного хмеля, невежества и чувственного наслаждения, и чтобы он пробудил в нас вот эту нектарную любовь к Радхе и Кришне. Атмендрия притибанча таребали кам, Кришнендрия притича дай прем нам. The desire to please one's own senses is called кам, lust. Желание насытить собственные чувства называется вожделением. And the desire to please the senses of Sri Krishna is called prema. А желание угодить чувствам Кришны называется премой. So every living being is searching for happiness. Каждое живое существо находится в поиске счастья. But what is happiness? Но что такое счастье? Only when the citta, that is the foundation of your subtle body, when this citta is illuminated and expanding, this is called sukha. То, что мы считаем счастьем, на самом деле вот это состояние читы, чита – это главная составляющая нашего тонкого тела, вот это сознание. Когда она, чита озаряется, вот это называется сукха. And when that foundation of the subtle body, the psychological body, the citta, is contracting, then this is called dukkha. А когда главная составляющая нашего тонкого тела начинает сжиматься и темнеть, это называется состояние dukkha. So everyone страдания. Wants to feel that prakash, illumination, and ullas, expansion of the citta. Но всем как все время хочется вот этого такого бодрящего, радостного состояния, расширенной читы, сукхи. So they try to experience that by contact of the senses with the objects. И люди пытаются искусственно вот вызвать вот это состояние, угождая чувством, соприкосновением чувств с объектами чувств. But because sense objects also have some sattva mixed. Так как the tanmatras have some sattva in them. Так как во всех объектах есть немножко сатвы, в танматрах всегда присутствует сатва. So when the mind is in an ignorant state, if you can make your sense contact some object, then woo, then you feel some momentary injection of sattva and then some prakashan ullas, your consciousness starts to expand.
И реально такой невежественный ум бодрит, когда у нас есть соприкосновение, контакт чувств с объектом чувств, такое мимолетное чувство бодрячка приходит, какой-то радости. But this is mixed with rajas and tamas. Но все равно в этом состоянии всегда присутствует доля страсти и невежества. The next moment the consciousness will contract more than it was before. То есть вроде как чуть хорошо стало, а потом обратно идет состояние такое, ухудшение, тяжелое сознание. But you have a samskar, you have an impression of what happened when you touch the sense object. Хуже все равно становится, но мы уже помним, там вот такая, как это, привязка, крючок, что ассоциация, что было так хорошо в начале. So you think, oh, now I'm not feeling very good. Ну, but if I can just touch another sense object, then again my consciousness will expand, I'll feel happiness. Забываем о последствиях, кажется, опять погано себя чувствую, сейчас надо взбодриться как-нибудь, что-то поесть, выпить или что-то поделать. Чтобы стало лучше, и опять наши чувства лезут к объектам чувств. And again, you inject your consciousness with another dose of rajas and tamas, and the consciousness contracts even more than before. So, in the attempt to become happy, the more you try to become happy by sense gratification, the more miserable you become, but you are addicted. Но опять вот эта инъекция заходит снова опять тамас и раджас в наше сознание. Нам опять хуже становится, но уже не можем остановиться, все равно пытаемся повторить, вот как наркоман, мы снова и снова лезем за вот этим опытом радости мимолетным. So in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Yehi samsparshaja bhoga dukha yona evate adhyantavanta kuntaya nateshu ramate buddha. That the contact of the senses with the objects is dukkha yoni, the birthplace of suffering. Кришна сам объясняет, что контакт чувств с объектами чувств – это лона страданий, dukkha yoni. So, though there is a momentary pleasure, because that pleasure has a beginning and an end, it's very flickering and momentary, and the result is suffering. So, nateshu ramate buddha, a person who is buddha, intelligent, he does not look for happiness in sense gratification at all. И то есть в чувственном наслаждении да присутствует мимолетная радость, но она всегда заканчивается плохо, и поэтому разумный человек не будет искать счастье в чувственном наслаждении, понимая, что это настолько мимолетное и высокая плата за это в форме раджаса и тамаса. The activities of the vishai sense gratification, they destabilize your citta. Вот эта деятельность чувственное наслаждение, оно разрушает читу, потому что оно вызывает сильные колебания. So when the subtle body has become destabilized, then it cannot become steady, and you cannot enter into the state of samadhi, wherein there is realization of God. So sense gratification also makes obstacle to God realization. Чувственное наслаждение вызывает self-realization. Будоражит сознание очень сильно, вызывает сильные колебания, нестабильность. А с нестабильным сознанием невозможно успокоить сознание до уровня погружения в самадхи. Посему чувственное наслаждение является дополнительный его недостаток, что это сильная помеха, препятствие на пути духовного развития самопознания. So Sri Krishna said in Bhagavad Gita, Bhogaishwarya prasaktanam tayaparcha chetasam vyadasayatmika buddhiya samadhav na vidhiyate. Bhogaishwarya prasaktanam. If a person is attached to bhog, enjoying this world, and aishwarya, luxury, then what will happen? His consciousness will become agitated in such a way that vyavasayatmika buddhiya, he cannot be one-pointed, he cannot be focused, samadhau na vidhiyate, and he cannot enter samadhi, the state of trance, and realize his atma and Krishna. Сам Кришна в Гите объясняет, что если человека влекут удовольствие, чувственное удовольствие и роскошь, то его сознание станет настолько взбудораженным, нестабильным, что он не сможет достичь самадхи никогда. Because taya parita chetasam, your chetasa,
Your pure consciousness is stolen away by that engagement in Bhoga and Aishwarya, opulence and sense enjoyment. Просто поиск удовольствий и комфорта и роскоши, они похитят чистый разум, то есть лишат нас рассудка. But when a person comes in the Harinama Sankirtana of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но как только человек оказывается в Харинама Санкиртане Шри Чайтани Махапрабху, and the holy name is going in both ears. И чистое святое имя проникает в оба уха одновременно. And coming out from the mouth, from the heart. И вырывается из недр сердца через уста. And he's absorbed completely in the beautiful. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha, the Rasa Vigraha of the holy name. И человек оказывается в потоке вот этого нектара святого имени, Раса Виграхи. Then what happens? Что происходит? This prakash and ullas, the illumination of your subtle body, an expansion of your chitta that you were looking for in sense gratification, already just happening automatically by being engaged in Nam Sankirtan. То вот это состояние, которое все ищут в чувственном наслаждении, расширение читы, вот это озарение, радостное состояние, оно происходит, наступает спонтанно, и оно не мимолетное, оно заполоняет сознание, и оно пребывает с человеком. Even people who don't know anything about bhakti. Даже люди, которые вообще ничего о бхакти не знают. New. Просто полного новичка. Some persons came. And then they danced in the kirtan, and then they could not stop crying. То есть сколько раз был такой опыт, что новичок, совершенно новый человек приходит в среду бхакти и начинает танцевать и петь в киртане, и начинает заливаться слезами, и сам не понимая, что происходит. They never felt such happiness in their life. Что люди никогда такой радости, вот чистой радости, не испытывали в жизни. But because the impression is there from many lifetimes of sense gratification, they cannot put two and two together to make four. Но из-за того, что им мешает, у них уже столько самскар, то есть архив огромный за миллионы воплощений жизни, вот таких самскар чувственного наслаждения, то человеку сложно вот это добавить 2 плюс 2 и получить 4. Он уже не дает ему вот это самскары сделать. Oh, I am searching after sense gratification, so I can feel happiness. But when I dance in this kirtan, I feel more happiness. То есть, с одной стороны, все очень очевидно, что вот эта радость, которую все так ищут, везде найти не могут, доступна в изобилии в Харинам Санкиртане. Maybe I don't need sense gratification. Человек, вот надо бы задуматься, может, вообще не нужно это чувственное наслаждение? But they cannot make the conclusion. Но замыкание происходит в сознании, не могут. Because the impressions of so many lifetimes are still there. Потому что очень сильные самскары, вот эти материальные, сидят в сознании. So what do you have to do? Что делать? Come again in the kirtan. Снова вернуться в киртан. Again and again. Снова и снова возвращаться. And gradually, the impression, you will realize that the true happiness in life is in serving Sri Krishna. And the worldly activities are only a source of suffering. То есть чем чаще мы омываем сознание в этом потоке Харинама Санкиртаны, чем быстрее мы придем к четкому пониманию, что истинное счастье вот в бхакти, а все остальное вот это чувственное наслаждение, это воистину страдание и мытарство. So Srila Krishna Kaviraj Goswami is saying, Yogyanam Atam Bhuvanam Dayalo Ulangyam Akparkarat Pravatam Suprema Sampatsudhyat Pitejam Sri Krishna Chaitanya Mamam Prabhate. I take shelter of Chaitanya Mahaprabhu, who is so kind, so merciful, that through the nectar of the holy name, he makes all those people who are intoxicated and mad for sense gratification, he makes them intoxicated and mad for Radha Krishna's seva. Посему Кришна Кавираджа Госвами, прославляющий Чайтанья Махапрабху, настолько милостив и сострадательный, что вот этих всех охмелевших невежеством и чувственным наслаждением людей, он их одаряет своей милостью и посредством Харинама Санкиртаны окунает их в этот океан радости служения Радхи и Кришны. Голукеру прематана Харинама Санкиртана Ратина Джанмило Кенета. Синдабе
Bhaktivedanta Thakur said, Sri Chaitanya Mahaprabhu from Goloka Vrindavan brought the treasure of Krishna Prem. Oh, why have I not become attached to Mahaprabhu's Harinam Sankirtan? The implication is, we must become very attached to Sri Chaitanya Mahaprabhu and Yajnai Sankirtana Praya Yajantihi Sumedasa, worshipping him through Harinam Sankirtan. Chaitanya Das Ami, Chaitanya Das, Chaitanya Das Ami, Das Ram Das. Advaitacharya gave the example. I am the servant of Mahaprabhu. I am the servant of Mahaprabhu. I am the servant of the servant of the servant of Mahaprabhu. Shri Advaitacharya, вот это является пример вот этого обимана принадлежности. Он изъявляет свою принадлежность Шри Чайтанья Махапрабху, провозглашает себя его слугой. If we can accept this identity, then our life will be successful. Если мы можем чувствовать себя слугой Шри Чайтанья Махапрабху, реально так, ощущая себя слугой, то наша жизнь будет очень удачной. Oh, Mahaprabhu, I am yours. Махапрабху, я твой. Амито томар, тумито амар, кикаж апарадани. Oh, my Lord, I am yours and you are mine. What else is there to do? Господь, я твой, ты мой, больше нам ничего не надо. I have no other business. Ничего другого мне не надо. So this mata possessiveness for Mahaprabhu is essential. Вот очень важно развивать вот это мама, это чувство обладания, привязанности к Шри Чайтанье Махапрабху. If a person does not feel it, потому что если это мама-то отсутствует, what should they do? Чувство привязанности, что делать? Serve Guru Dev. Надо служить Гуру Деву. By serving Guru Dev, gradually, mamata possessiveness comes from Guru Deva. Усердно, если мы искренне заботой служим Гуру Деву, постепенно эта мамата начнет проявляться. And it will be transferred to Param Guru Deva, Paramestri Guru Deva, like this, and it will arrive at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Вначале это мамата possessiveness will arrive at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Развивается в адрес Гуру Деву, направлено к нему, а уже через Гуру Деву эта мамата переходит в Парам Гуру Деву, потом в Парамештри Гуру Деву, так по всей Гуру Парампаре до самого Чайтанья. Srila Rupa Goswami Pad prayed to Mahaprabhu. Sadopasya Srimandirtamanujakaya Pranayatam Bahadvir Girvana Paramesti Prapritidi Sobhaktibya Sudhamni Javajanama Dhammu Padisham Sachaitanya Kimme Punara Pidisho Yasyati Padam. Rupa Goswami молился Шри Чайтанья Махапрабху. In order to worship Mahaprabhu and become the servant of Mahaprabhu, even great demigods and those great demigods, they descended to earth and took very humble forms of human beings. Ради того, чтобы иметь возможность быть рядом с Чайтанья Махапрабху, служить ему, великие деваты воплотились на земле, приняв очень облик кротких личностей. Mahadev, Yogi Yogi, Mahayogi, the great Lord Shiva, he's come as a humble Brahmin, Advaita Acharya. То есть Mahadev, величайший йог, повелитель всех йогов, он проявился в облике кроткого брахмана Advaita Acharya. Even he's broke. В такой очень бедного брахмана. Но Камала Канта Вишвас went to Пратапуру Дхарадж и said, please help Advaita Acharya, he has some debts. Помните ту историю, когда Камала Канта Вишвас отправился поговорить с царем Пратапуру Дхарадж и сказать, вы знаете, вот Advaita Acharya великая личность, но у него столько долгов, вызовите его, погасите его долги, пожалуйста. He's all powerful, but he's taken a humble position to have the chance to serve Mahaprabhu. Он то есть сам великий Махадев, но он принял такой кроткое воплощение, чтобы служить Махапрабху. There may be so many high class brahmanas, but the origin of all the brahmanas, high class brahmanas, is Lord Brahma. Есть много высококастовых брахманов, но кто выше всех высококастовых брахманов? Их источник сам Господь Брахма. Out of eagerness to serve Mahaprabhu, he's become a Muslim.
Ради возможности служения Махапрабху он воплотился в мусульманской семье, в Шрила Харидас Такур. And chanting Hare Krishna, the Muslims rejected him. Oh, what? You are chanting the name of the Hindu God. So the Muslims rejected him, and the Hindus see him as a Muslim, and they rejected him. He's rejected by everyone. И он вообще был отвержен всеми, потому что мусульмане отреклись от него, сказав, что что вообще сдурел, воспеваешь имена хинду бога, ты нам не брат, больше уходи. А хинду никогда не приняли его, воспринимая его как мусульманина. Поэтому он всегда был социальным другом. Brahma has taken this very humble position to get the chance to serve Mahaprabhu. То есть великий Господь Брахма решил стать вот таким социальным изгоем, Харидас Такуром, ради того, чтобы поклоняться Шри Чайтанья Махапрабху. Брихаспати came and became a Mayavadi. Брихаспати пришел и стал Майавади. He's a Guru Uddhav. Он Брихаспати это наставник Удхавы. And he became Sarvabhauma Bhattacharya. Стал Лила Гауранги Махапрабху Сарвабхаумой Бхаттачарьей. So property, etc., etc. И так далее. So Bhakte Vyasu Dhamni Jabhajana Mudramu Parishan. Rupa Goswami said, Sachaitanya Kimnai Punana Pitisho Yashir Putaram. When will I see Sri Chaitanya Mahaprabhu again? He has become the Bhajan Shiksha Guru of his intimate devotees. Rupa Goswami говорит, когда же я снова увижу Шри Чайтанья Махапрабху, который стал Бхаджана Шикша Гуру для своих приближенных преданных? Шри Рагханатха Госвами падает сати сунам нанди сварапати сутаптвай гуру барам. Accept Mahaprabhu as your own Bhajan Shiksha Guru. Шри Рагханатха Госвами говорит, примите Чайтанья Махапрабху своим Бхаджана Шикша Гуру. So, how, my Gurudev used to say, how can we accept Mahaprabhu as our Bhajan Shiksha Guru? My Gurudev говорил, как мы можем принять читание Махапрабху своим Бхаджана Шикша Гуру? Oh, he has given Shiksha to Sanatana Goswami. You should think this Shiksha he has given to Sanatana Goswami is for you. И Гурудев сам пояснял, что Махапрабху дал наставление Шикшу Санатане Госвами. Мы все должны принять Санатану Шикшу как наставление, которое адресовано нам лично. Take it very seriously. Очень серьезно отнестись к этим наставлениям. Group Shiksha and Sanatan Shiksha, you should keep in your heart as your greatest treasure. То есть и Рупа Шикша, и наставление Рупи Госвами, наставление Санатана Госвами должны быть важными наставлениями, которые мы всегда храним в своем сердце. Sri Jagannatha Bhagat said, Gaura Rani Gaura Ami Mukili Bolile Nahi Chale Gaura Acha Gaura Vichar Laile Fali Fali. Many persons say, I belong to Gaura, I belong to Gaura. They say it with their mouths, but they don't live it in their life. Джагананда Пандит говорит, многие провозглашают себя Гора Ами, что они принадлежат Горе, но это просто пустые слова, потому что на деле они не доказывают это своим поведением. Гора Ачар Гора Веча Лали Фали Фали. To become a follower of Gaur, one has to accept Гора Ачар and Gora Vichar. That means follow the standard he set by his own behavior, Gora Achar and Gora Vichar. Immerse yourself in his Vichardhara, the current of his conception. Чтобы действительно быть последователем. Then the fruit will come of being Gaudiya. Гуранге Махапрабху необходимо следовать его Ачару и Вичару, то есть его личному примеру, поведению, и погрузиться в поток Вичардхары, его философских наставлений, учений. Лока дека гора бажа тилак матадари гопанете апча чара гора даричуи. Otherwise, if you just тилак матадари, you just wear тилак. Если вы просто тилак уносите, for sure. Ну, вот ради показухи, что так. Because it looks very nice. Потому что тело красиво. And pretending to be a follower of Gaur. Если вы просто притворяетесь, что вы после Гаудия Вайшнава. But open the Achyachara. In a hidden place, you are doing Achyachara, the abominable activities. Но где-то тайком занимаетесь недозволенной деятельностью, нехорошей. Then, Gaura Dari Chuli. Means Mahaprabhu will have to take up a knife. Махапрабху and
make a special heart operation. Там Махапрабху придется взять в руки скальпель и провести открытую операцию на сердце вам. So, he's merciful to everyone. Он милостив ко всем. Mercy is not so comfortable. Но иногда эта милость может проявляться в не очень приятной форме. So, try not to be a follower of Mahaprabhu only for show, but really in your heart accept his vichara and achara. Поэтому старайтесь быть искренними, без лицемерия, без показухи, быть истинными последователями Гауранга Махапрабху, следуя его поведению и мышлению. So last summer we were discussing Sanatan Shiksha. Прошлым летом в Италии мы обсуждали Санатана Шикшу. Where did we begin? С чего мы начали? In Rome. А, где мы начали в Риме? Who was there? Раджанат. And we will continue more in Shukalova, St. Petersburg and Astra. Санкт-Петербург и Астрахани будем продолжать. There are still we have discussed chapter 21-22, and we came to the end of 20-21-22, and we're now coming just to the end of chapter 23, and there's one more chapter. Мы обсудили главы 20-21-22. Сейчас мы уже подошли к концу 23 главы, но остается еще несколько глав Санатана Шикши. So now, here at the end of chapter 23, Sri Chaitanya Mahaprabhu is describing the qualities of a Vaishnava, citing the words of Sri Krishna from chapter 12 of Bhagavad Gita. So we can chant these verses and then we'll Мы сейчас вместе произнесем этот стих и обсудим. Адвеста сарвабхутанам, Адвеста сарвабхутанам, Майтаха каруна эвача, Майтаха каруна эвача, Нирмамо нирахамкара, Нирмамо нирахамкара, Самадхука сукакшами, Самадхука сукакшами, Сантуштаха сататам йоги, Сантуштаха Yatatma dritta nishchayaha Yatatma dritta nishchayaha Mayarpita mano buddhir Mayarpita mano buddhir Yomad bhaktaha same priyaha Yomad bhaktaha same priyaha So here, Mahaprabhu, he's Krishna himself, he has spoken this Bhagavad Gita. То есть Махапрабху ранее произнес эти слова в облике Кришны. So now he's quoting, himself. То есть сам себя цитирует сейчас. He's saying first Advesta. Advesta. Now you should deliberate on these qualities very carefully. И вот на каждом из этих качеств, упомянутых тут в этом стихе, нужно размышлять внимательно. They appear to be, some of them appear to be like material qualities. In Потому что многие эти качества кажутся просто качествами хорошего человека, то есть материальными качествами человека в сатва-гуне. But actually, these are the dipya-guna, transcendental qualities. Но нужно понимать, что в этом контексте это качества, они на уровне дивья-гуны, то есть трансцендентные. They are not coming from tolerating the lower gunas. These qualities are natural, they are swabhavik for a pure Vaishnava. Что вот эти качества, они свабхавик для чистого Вайшнава, они естественны. Это не то, что он контролирует свои чувства и удерживает уровень сатва-гуны, попирая раджас и тамас. So, by comparison, we can see, whether we are coming to the standard of pure bhakti. То есть мы можем равняться вот на эту планку, примеряясь, пытаясь понять, насколько близко мы приближаемся или отдаляемся от уровня чистого бхакти. So first, advesta means advesta. A devotee is devoid of hatred to any living being.
что преданный полон ахимсы, то есть у него нет ненависти ни к каким живым существам. He does not feel any hostility or enmity towards anyone. Никакой враждебности в нем нет ни к никому. So what if someone becomes inimical to you? Если кто-то проявляет враждебность в ваш адрес. The Vaishnava thinks that this person is inimical to me. The Supreme Lord has arranged this situation in accordance with my prarabdha karma. И если Вайшнав испытывает вот эту вот враждебность от кого-то в свой адрес, он просто принимает это так, как что Господь позволяет этому происходить, потому что я это заслужил своей кармой. Это просто результат моей кармы. This person is not a problem. I have made this problem by my own previous activities. Вайшнав не видит в этом человеке врага. Он не воспринимает этого человека как проблему, а он понимает, что он просто как почтальон, что он принес мне мою вот эту нежеланную карму, то, что я заслужил своим прошлым поведением. So Advaita Sarvabhutanam, then Maitra means friendliness, having affection. Дружелюбие, чувствует дружбу ко всем. So here it is put right next to Advaita Sarvabhutanam because it means he has affection for everyone. Even those who become inimical towards him, he has affection for them. И вот это дружелюбие идет сразу вслед за тем, что он не испытывает враждебности, что указывает, подчеркивает то, что даже тем, кто враждебно относится к нему, он испытывает дружелюбие. Jive saman devi jani Krishna adhisthan. See, Krishna said, oh, give respect to everyone, knowing that Krishna is living there, even in that person who is against you. То есть Кришна побуждает ко всем относиться дружелюбно, потому что понимает, что Господь живет в сердце каждого. Вы можете это осилить, такое поведение? When bhakti is in the heart, then this is natural. Но когда бхакти живет в сердце, это состояние приходит естественно, такое отношение ко всем. Karunaha, the pure devotee is full of compassion. Преданный преисполнен сострадания. That means that he laments seeing the suffering of others. Он сокрушается, он сопереживает другим, когда он видит страдания других, он печалится. And he thinks that svasyastu visvasva kala prasidatam. May everyone be happy. И преданному хочется действительно, чтобы все были счастливы, чтобы всем было радостно. Kala prasidatam, and wicked people, they should also be satisfied. Прадатма говорит, чтобы даже негодяям было хорошо. So, here Karuna means, he naturally feels that no one should suffer for any reason. Вот это слово «коруна» в контексте этого настроения чистого преданного указывает на то, что он действительно хочет, чтобы никто не страдал, ни по какой причине. Materialistic person is thinking, oh, it's very sad that this person is suffering. But these wicked people, yes, they should suffer too. Потому что у обывателя есть чувство такой мирской справедливости. Вот этих жалко, а эти пусть страдают, потому что они заслужили, гады. This is a material consciousness. Это материальное сознание. But the devotee feels no one should suffer for any reason, and seeing the suffering of others, both those who are kind to him and those who are inimical, also seeing their suffering, he laments for that. То есть корона сострадания преданного, она дивья, трансцендентная, совершенно другое. Он хочет, чтобы всем было хорошо, чтобы не было необходимости ни для кого страдать. So teja tovi mukteja sa indriyata maya sukaya paramudva tovi mudhan. Prahlad Maharaj said, oh my lord, I have no problem because I am always immersed in the nectar ocean of your glories. But when I see the foolish, ignorant people of the world suffering the reactions of their own karma, oh, I am lamenting for them. Prahlad Maharaj, обращаясь к Господу, сказал, Господь, у меня все хорошо. Потому что я всегда поглощен твоими трансцендентными качествами, твоей славой. Но мне жалко вот этих всех мирян, которые постоянно страдают, пожиная плоды своей кармической деятельности. Then nirmama. Nirmama means the pure devotee is devoid of the possessiveness
for worldly objects and even devoid of possessiveness for his own body. Мир мама, что у преданного нет чувств, он не испытывает чувства обладания ни к чему в этом мире, включая собственное тело. Because he thinks that all these things, all these substances are just transformations of prakriti. Что он понимает, что все объекты этого материального мира это просто трансформация прокрити. They don't belong to the atma. Что душе это ничто из этого не принадлежит. Нирахамкараха. The next one. So because of this, he does not think that any of these transformations of prakriti, including his own body, is himself. Нирахамкараха, и почему он не считает, что не отождествляет себя ни с чем материальным, и даже со своей плотью? Понимаешь, что это все прокрити. Сантуштаха. Sorry. Самадука сука кшами. So then, the pure devotee is not agitated in the face of success. И поэтому он уравновешен в радости, то есть он не впадает в ликование. He's not popping the champagne bottle when he's successful. Не бежит за бутылкой шампанского там, когда что-то хорошее случилось, чтобы праздновать. And when there is distress, he does not lament. No, я одновременно. He's steady in happiness and distress, success and failure. His mind is steady because these are not related to the success of spiritual life. При этом он уравновешен. That is only true success. Он уравновешен и в горе тоже. Если что-то нежеланное происходит, он спокоен. Он не начинает скорбеть, потому что вот это все никак не связано с его духовным состоянием, потому что для него истинная радость – это духовные переживания, трансцендентные. Парабхавастхабад, абхудаджату, яван, наджик, ясата, атмататтвам. Лодыр Шабхадев said, as long as one does not inquire into атмататтва, knowing the soul, then everything that you do is parabhav, defeat. Whatever success you have, that was not success. That was complete failure. If you have not inquired into Атма-таттва. Ришабдев объясняет, что до тех пор, пока человек не начинает задаваться вопросами про Атма-таттву, все то, что он считал успехом и победами в жизни, это вообще было ничто. So, кшами means that devotee tolerates all situations. И преданный способен терпеть все. Then santushtaha. Whether the devotee gains something or loses something, he always feels santosh, satisfied. Он всегда, ему не важно, он что-то выиграл или он чего-то лишился, он всегда удовлетворен во всех обстоятельствах. Why is he always satisfied? Что предоставляет ему вот это состояние? Because сататам йоги. Вот это удовлетворение, почему присуще ему? Сататам йоги means that he is fixed in the method of spiritual life that he has learned from his Gurudev. Потому что он следует в практике духовной жизни. What Guru has taught, he is fixed in that, so whatever comes and goes in life is irrelevant. Он настолько сфокусирован и поглощен тем, что он выучил у своего Гурудева, то есть вот духовную науку, его не волнует, что происходит вокруг него в мире. So that is сататам йоги. Это не влияет на него никак. Он сататам йоги. Fixed in following the process given by Gurudev. Он зафиксирован, сконцентрирован на воплощении в жизнь учения Гурудева. Ятатма means he has control over his senses. His senses are not pulling him into worldly activities. И он способен укрощать свои чувства, свою плоть. Он не позволяет чувствам втянуть себя в мирскую деятельность. Дрида нишчаяха means that his nishchaya, his certainty, his confidence is dhrida, very strong, unmovable. То есть он непоколебим, вообще он очень стабилен. He is firmly convinced, I am the servant of Krishna. Потому что у него четкий обиман слуги Кришны. So dhrida nishchaya means even if so many materialists, intellectuals who present so many arguments, they cannot change his mind. Потому что он верит. Because he knows although their arguments are coming from vikalpa,
non-correlated thoughts to constructs. То есть его невозможно переубедить, потому что его вера настолько сильна, что даже если миллион материалистов, там лучших ученых, атеистов будут вещать, что Бога нет или все это не так, это никак на него не повлияет, потому что он понимает, что их знание это просто как трансформация материальной энергии, то есть невежество. Майя Апитамано Буддхия means that he, the devotee, has offered his mind and intelligence fully to Krishna. Он полностью предан умом и интеллектом, умом и разумом Кришне. So then Krishna is saying, Yomad Bhakta Same Priya. Such a devotee who has all these qualities is dear to me. И Кришна признается в конце, что преданность такими всеми вышеперечисленными качествами очень дорог мне. That means that when the devotee lives his life in this way, then that devotee inspires love in the heart of Krishna. So the Krishna takes him to be very dear. Because he's living in a way which inspires the love in Krishna's heart. То есть вот эти качества, если преданность живет в соответствии с этими качествами, то это пробуждает любовь, вдохновляет любовь в сердце Кришны. И Кришна начинает дорожить этим преданным. Next one. Yasman, we can chat together. Sorry, repeat. Yasman no vidvije loko. Yasman no vidjate loko. Lokan no vidjate tuyaha. Lokan no vidjate chaya. Harsha marsha bayudvegair. Harsha marsha bayudvegair. Mukto yaha sachame priyaha. Mukto yaha sachame priyaha. Yasmanu dvijjate loko. The pure devotee never gives disturbance to other people. Преданный никогда не причиняет беспокойств другим. Out of fear. Не доставляет беспокойств другим из-за страха. If you are afraid, then you run to, oh, help, Если вы вам страшно, вы бежите к другим за утешением, за помощью. Mahaprabhu said, one should be like a tree. А Махапрабху учит всех, будьте как древо. Even when the tree has no water, he will, and someone is walking by with water, but he will not ask, give me some water. Заметьте, дерево никогда просить о помощи не будет. Даже если оно засухает от жажды, что у него нет воды, кто-то мимо с ведром пройдет воды, дерево не станет просить, подлейте мне, пожалуйста, немножко на корни. So, he does not give distress to others, and others do not give distress to him. То есть он не причиняет беспокойств никому, и никто не может причинить беспокойство ему. This can have two meanings. One is that if a person has no hostility to others, then others tend to be friendly to them. Одна трактовка. They give up their hostilities and they act in a friendly way towards that person, mainly. Одна трактовка это то, что он не приходит беспокойство за других, что если человек дружелюбен ко всем, то обычно нормальные люди будут по-доброму к нему относиться. And if by chance someone may give some problem, если кто-то будет, the devotee never considers it to be a problem. Даже если кто-то вдруг почему-то будет враждебно относиться к такому преданному, преданный не считает это проблемой. Harsha Marsha Bhudvega, he is not affected by jubilation, by jealousy of others. Преданный не склонен ни ликовать, ни попадать, ни переживает по поводу зависти других. Anger, fear and anxiety. Он не попадает под влияние страха и беспокойства. He does not try to give these things up. These things run away from him themselves. И не то, что он активно отбивается от этих проблем. Нет, наоборот, они сами убегают от него. That means he does not do anything to avoid these things, because he is always relishing the nectar of Krishna's service in his heart. То вот этот негатив его просто не касается, он даже не принимает никаких, предпринимает усилий, чтобы отогнать это от себя, потому что он вибрирует такие высокие духовные вибрации радостных
мысли о Кришне, что это все держится подальше от него. Like a lotus flower that lives in the water, but it never becomes wet. Как лотос. Лотос растет в воде, но вода не касается. Even if drops of water land on it, they will drip off. Даже если капли упадут на лотос, на лепестке, они тут же скатываются с него. If you come to the Astrakhan festival, you can see this with your own eyes. А если вы не верите, приезжайте на Астраханский фестиваль и убедитесь. When we go to the lotus fields. Напрыскайте воды на лотосы, когда мы поедем на лодках. So here, udveg means anxiety. Udveg это волнение. That means he is never worried. Oh, how will I survive? Преданный никогда не переживает о своем будущем, как выжить, о насущных этих. I have to do so many things for my survival. Преданный не думает, о, что же мне предпринять, чтобы выжить. He never worries for this. Вообще, next. Мысли не возникают такие у него. Anapeksha suchirdaksha Anapeksha suchirdaksha Udasino gatabhyataha Udasino gatabhyataha Savarambha prityagi Savarambha parityagi Yome bhakta same priyaha Yome bhakta same priyaha Anapeksha means the person has no expectations. He is satisfied with what comes by its own accord. Анапекша, что преданный не выжидает ничего, не ожидает получить ничего. Все, что к нему приходит само по себе, он довольствуется этим. Сучи means he is pure outwardly and also inwardly. Сучи, он чист и снаружи, и внешне, и внутри. Дакша means expert. Дакша, он опытен. But here it especially means that when he studies the scripture, he's expert at ascertaining the deep meaning of Shastra. То есть он искусный в смысле понимания Шастры. Удасин. Удасин means like neutral. Удасин, что он нейтрален ко всему. If there's some quarrel, he doesn't take sides. Он не принимает стороны ни в каких там ссорах. Удасин. Что он всегда держит нейтралитет. Гатабьята means without distress. И не испытывает беспокойства. So that means that if someone does wrong towards him, then he does not disturbed and he does not try to take some revenge. Сколь преданный не приходит в беспокойство, если кто-то нехорошо с ним поступает и никогда не пытается отомстить. Сарварамба притяги. Арамба means initiating some big project. Арамба – это инициировать какие-то большие проекты, задумки. Which is not Shuddha Bhakti. Которые вообще никакого отношения к Шудха, чистому Бхакти не имеют. So Sarvaramba Pratyagi means undertaking some project in this world, which is not Bhakti and which will just take all our time and energy, and then you cannot do bhajan. So he gives up all those Arambha. То есть такой преданный не вовлекается ни в какие проекты, которые не связаны напрямую с чистым бхакти. То есть ему совершенно не интересно, потому что это полная трата энергии и времени. Then next. Следующее. Йонарис яти надвести. Йонарис яти надвести. Насочати наканчати. Shubha Shubha Prityagi Shubha Shubha Parityagi Bhakti Manya Same Priya Bhakti Manya Same Priya. The devotee who narishati, he does not rejoice when he gets something which is very dear to him. Преданный не ликует, когда ему достается что-то очень желанное. So here there is some repetition, but it's related to different things. Тут вроде возникает повторение в качествах, но они все равно имеют разный контекст интерпретации. Here it's related to things which are when getting something which is very dear to you. Что тут именно речь о том, что он не ликует, когда он получает то, что очень желанно им. So, for example, if there is a couple and they want to have a child. Например, если есть супружеская пара, которые очень хотят ребенка. So then they get a son or a daughter, and they're so happy. И наконец-то, когда он рождается,
сын или дочь, то, потому что тут было настолько желанным и ожидаемым, что они ликуют. And this is a landmark historic occasion in one's life. То есть монументальное событие в жизни историческое. No, this is another bubble in the ocean. Нет, это еще один пузырек в океане. So here, Narasati does not celebrate on getting something which for the general people is something very, very dear. Поэтому преданный ликует, когда приобретает что-то, что для обычных людей было бы причиной великого ликования. That also includes disciples. Это относится и к ученикам тоже, подразумевает последователей. A pure devotee, if he gets a disciple, more disciples are coming, he says, oh, I'm doing very well now, I have so many disciples. Непременно, когда появляются ученики, там одним больше, еще двое, десять, он говорит, у меня столько учеников, потрясающе. Especially, if you get some disciples who are very learned, they learn Shastra, they sing beautifully, they play Mridanga, they're very expert in all devotional activities, he's not celebrating at all. А даже если престижные такие ученики, умненькие, там, талантливые, там, поют, там, и все выучивают, все равно чистый преданный не будет там думать, какие у меня умные, хорошие ученики. And if he gets some bad disciples. Даже если ему нерадивые достаются вообще. Here, на Ришати, на Двести. Он не отчаивается, но следующих бед. Basically, get some stupid, foolish disciples who mess up everything all the time. He does not become disturbed. My Guru Dev, he said to me, it looks as if I am an acharya. Однажды Гуру Дева сказал мне, мой Гуру Дева, он говорит, кажется со стороны, что я ачарья. I am the head of an institution. Кажется, with so many disciples. Глава огромной организации, в которой очень много учеников. But actually, I am just like Shukadeva Goswami. Но правда, что на самом деле я подобен Шукадеву Госвами. When Prakshit Maharaj was about to, he had 7 days left to live, and he left everything and came on the bank of the Ganga, and all the rishis gathered there. Then, oh, no one knows where he came from. From some unknown place, Shukadeva Goswami appeared there. Spoke the Bhagavatam, and then he left. No one knows where he went. То есть когда так сложились обстоятельства в судьбе Парикшит Махараджа, что ему оставалось 7 дней жить, вдруг как ниоткуда появился Шукадев Госвами, поведал ему Шримад Бхагаватам, и потом ушел, и никто не знал куда. So Gurudev said, I am like that, Shukadev Goswami. И Гурудев сказал, я подобен в этом Шукадеву Госвами. So there's a relative consideration how one may see a Vaishnava from mundane perspective, but here Krishna is explaining actually what are the real qualities of a Vaishnava by which he is endeared to Krishna's heart. То есть есть много разных ракурсов восприятия. Есть ракурс мирской, внешнее восприятие ачарьи или Шри Гуру, а есть ракурс, как Кришна воспринимает своего чистого преданного и делится тем, что импонирует ему в его преданных. So, Yona Rishati Nadvesti means attaining the things that we like. If we get a son or a daughter or Nadvesti, the person does not lament also if they lose a son or daughter. То есть он и не ликует, когда получает что-то долгожданное, допустим, как кто-то ждет рождения ребенка. Он и не отчаивается, если он теряет ребенка. So, na sochati, na kanchati. The person does not lament, na sochati, na kanchati, and does not hanker for what he does not have. То есть он не скорбит ни о чем и не жаждет того, что чего у него нет. Чувашу па притяги. He gives up all pious activities and sinful activities, both. Он оставляет и благочестивую деятельность. Because not only sinful activities cause bondage, pious activities also cause bondage because you have to take birth again to receive all the name and fame and luxury and beauty, education and wealth, which is the result of pious activities. Преданный отстраняется не только от греховной деятельности, но и от благой деятельности, потому что и та, и другая создает кармические зацепки, потому что если хорошие деяния тоже повлекут за собой необходимость перерождаться, там, наслаждаться красотой, образованием,
аристократическим рождением и так далее. Bhakti Manga Samay Priya, Krishna said, oh, such a devotee, his qualities are such that I feel love for him. И вот Кришна признается, что такие качества в преданном вызывают восхищение в нем самом и любовь к преданному. Next. It's too long. You can repeat that. Повторяем. Самашатру чамитреча. Самашатру чамитреча. Татамана паманаяхо. Татамана паманаяхо. Шитошна сукадукешу. Шитошна сукадукешу. Samahasanga vivarjitaha Samahasanga vivarjitaha Tulyaninda stutirmoni Tulyaninda stutirmoni Santushto yena kena chit Santushto yena kena chit Aniketa stiromatir Aniketa stiromatir Bhaktiman me priyo naraha Bhaktiman me priyo naraha. One who is equal to friends and enemies. Тот, кто равнозначно относится к друзьям и врагам. Who is equal whether someone is praising him or insulting him. И он не радуется и не расстраивается, когда кто-то делает ему комплименты или критикует его. Mm-hmm. Who is the same in heat and cold. Тот, кто одинаков и в жаре, и в холоде. Happiness and distress. В горе и радости. And he gives up the association of worldly persons. И старательно избегает мирского общения. So, Tulya Ninda Stuti means he sees criticism and praise as the same. Воспринимает и похвалы, и критику в свой адрес одинаково. And he's moaning. He does not, if someone praises him or criticizes him, he does not get carried away. Он молния, он уравновешен и молчалив. Он не начинает рассказывать о том, как его поносят или о том, как его хвалят. Он просто. And moaning can mean that he's doing mana, he's contemplating Sri Krishna. И молния указывает не только молчаливость, а то, что он может совершать мана, медитировать на Кришну. Santushto. Here the word satisfied is used again. Слово удовлетворенный снова используется. But it means in regard to things such as if food comes and the food is somewhat not tasty or coarse, then but he's satisfied with whatever comes. Тут слово удовлетворение уже в контексте пищи, например, того, что может не очень вкусная еда или какая-то не активно, все равно принимает, довольствуется тем, что есть. The word Niketan means a house. Niketan — это дом. A residence. Резиденция. So it's Aniketa means he does not have a house. У него нет дома, Aniketan. Or it also means that if he has a house, he does not have the illusion of thinking he is the owner of this house. Но другая интерпретация, даже если у него есть там официальная резиденция или собственность, он не чувствует себя собственником своего жилища. Sthiramati, his consciousness is steady and he has complete confidence in his spiritual conception that he's received from his Guru Parampara. То есть его сознание полностью спокойно, и он твердо верит в те духовные наставления, которые он получил от Guru Parampara. So Srila Baladeva Dibhushan, he mentions that some of these qualities have been repeated by Krishna. И Баладева Видибушин в своих комментариях на Гиту говорит, что некоторые вроде бы как Кришна снова и снова повторяет те же самые качества в этих стихах. This is not a problem, but rather Krishna has repeated, because he's speaking, this person is so dear to me. And some qualities he's repeating again and again, and the purpose of the repetition is to show how rare and attractive these qualities are. И почему? Он говорит, неудивительно, что Кришна повторяется, потому что это указывает на что? Вот он восхищается этими качествами в преданном и повторяется, чтобы указать на то, насколько это редкие качества. Next. So then this is the last verse. И последний стих. Of Gita that Mahaprabhu is teaching to Srila Sanatana Goswami. Который цитирует в Санатана Шикши читание Махапрабху в наставлениях Санатана Госвами. Ету дамам ритам мидам. Ету дамам ритам мидам. Ятоктам пари упасате. Ятоктам пари упасате. С
Shraddhana matparama. Shraddhana matparama. Bhaktaste tiva me priyaha. Bhaktaste tiva me priyaha. He's saying that the devotees, Pariupasate, they take complete shelter of this Dharmamrita, the nectar of this Dharma. Те преданные, которые полностью принимают прибежище в этом Дхарма Амрите. That means they don't do karma, yoga, jnana, any other path. They're in the full shelter of this Dharmamrita, nectarian bhakti dharma. Что исключительно преданные вовлечены в бхакти дхарму. Они не занимаются никакой йогой, кармой и так далее. Shraddhana, full of faith. That means with overflowing with sevabriti, spirit of service. Преданные преисполнены, у них бьет фонтаном дух служения, севабрити. Matparama, they become paramavista, completely absorbed in Krishna. Полностью поглощены мыслями о Кришне. So Krishna said, bhaktas te ativa me priya. They are extremely, excessively dear to me. И Кришна говорит, I love them so much. Обожаю этих преданных, они чрезвычайно дороги мне. So if we want to become dear to Krishna, то есть тут нам становится понятным, как стать дорогим для Кришны. Then we have to try to be the embodiment of this beautiful qualities taught by Chaitanya Mahaprabhu to Sanatana Goswami. Если вы хотите нравиться Кришне, то старайтесь вот дорасти до таких качеств, которые Махапрабху поведал Санатане Госвами. You don't have to try to cultivate one by one. Well, the first one, the second one, the next one. Yasyasti bhakti bhagavati akinchana sarva gunaistattva samasate guna. It is said that for one who just practices niskinchan bhakti, then all of these qualities appear themselves. Вам не надо стараться развивать это качество одно за другим, работать над ними. Просто говорится, что тот, кто практикует нишкинчана бхакти, все эти качества проявятся автоматически в нем. So, when Krishna said, this person is very, very dear to me, it means that Krishna is saying, oh, he has conquered me with love. И когда Кришна говорит, этот человек очень-очень дорог мне, он говорит, имеет в виду, что этот человек покорил меня своей любовью. Where is Krishna? Где Кришна? Уландита тривидасема саматишай самбаванам тава паривратима субхавам майя балена баватапи нигуяманам пасьянти кетиданишам твад Ananya Bhavaha. Krishna, where is he? Ulangita Tirupata Simha. Krishna is beyond, he transgresses the limitations, Trivida Simha, three types of limitations. The limitations of limitations of time and space and thought. Кришна запределен для времени, пространства и мысли. So how can we find him? He's beyond time, beyond space. We can't even think of Krishna. Если не постижим ни через пространство, ни через время, ни мысли, то как осмыслить Кришну? Как его найти вообще? So maya balena bhavatapi niguyamanam. See, Krishna is hiding. Кришна прячется. He is hiding behind his, the power of his maya. То есть за вот этой занавесом своей майи он скрывается. So no one can find him. Никто его разыскать не сможет. But Mahaprabhu said, Apnalokayite Krishna nanayatnakare tatapi tahara bhakta deke jane tahari. Even though Krishna tries to hide himself, he cannot hide from his pure devotee. His pure devotee can find him. Mahaprabhu сказал, хотя Кришна старается прятаться, все же ему не под силу скрываться от своего чистого преданного, потому что чистый преданный может его найти. Like when Krishna, he smashed the yogurt pot of Madhya Shoda, then he went to hide, but Madhya Shoda saw his footprints and found him and caught him. Когда маленький Кришна в небе разбил кувшин с йогуртом, потом убежал прятаться от мамы Ишоды, мама Ишода с легкостью нашла его по следам. Like Sri Krishna, he disappeared
and try to hide in the Rasa-lila. Когда Кришна скрылся во время Раса-лилы и прятался. But the prema of Braj-gopis in separation was such that he could not hide himself, and he reappeared, and they found him. Но чувства любви в разлуке в Раджа-гопи были настолько сильны, что Кришне пришлось вернуться. So if a devotee, dhammam-ritam-idam, he takes shelter of this nectarian dharma, parupasate fully, then Krishna, who no one can find, no one can discover, becomes controlled by his love, and the devotee can catch him. Если преданный при нем полностью увлекается в эту исключительно бхакти дарму, то несмотря на то, что Кришну невозможно найти ни для кого, то преданный сможет его найти. So in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu was instructing Sanatana Goswami. Таким образом, Махапрабху давал наставления Санатане Госвами. Mahaprabhu is mine. Mahaprabhu мой. This abhiman should come. Должен возникнуть вот этот абхиман. And it will come by Gaur-achar, Gaur-vichar, following his behavior and this teaching. И этот абхиман появится, когда мы будем старательно следовать примеру его поведения и учить его учение. When Chaitanya Mahaprabhu was in this world, he gave his mercy in three ways. Когда Махапрабху был в этом мире, в своих проявленных лилах, он проявлял свою милость тремя образами. Сакшат даршан аре йогья бхакта дживе, аре шакарая каха авирбаве. Махапрабху used to give mercy by сакшат даршан. Махапрабху давал милость свою сакшат даршанам. Persons would directly see him. Тем, кто вот непосредственно видел Махапрабху, получал его милость. But what about those who cannot directly see him? Но что насчет тех, которые не могут непосредственно увидеть его? Does that mean that those who did not see Mahaprabhu directly when he was here, or people now who he's gone in apricot lila, then they cannot get his mercy? Означает ли это, что те, кто жили во время прокат лил Махапрабху, или те, кто живут сейчас после того, как Махапрабху стал апракат, что они будут обделены его милостью? So other than his direct darshan, he gave mercy in two more ways, by avesh. Он также давал милость авешу, то есть сакшат даршан. Первый способ проявления его милости, второй — это авеш. Авеш means he would enter into, transcendently enter into one of his devotees. То есть он проникал в кого-то из своих преданных. And through that qualified devotee, manifest his power to others through that devotee. Мог вселиться в кого-то из преданных и уже через этого преданного давал свою милость другим. And another is called avirbhav. А третий способ, это называется авирбхава. If a devotee had great love for him, then Mahaprabhu, sometimes he would just appear. Чем? Авирбхав. Иногда он появлялся перед теми, кто очень любил его. То есть являл себя и снова исчезал. So, for example, he always used to appear in four places. В четырех местах он всегда проявлялся, совершал авирбхав. When Satchimata was cooking Dudlukluki and Shak, his favorite preparations and offering to Krishna, then she would remember mantra, and then she would see that Nima had come and was eating. Когда мама Шачи готовила любимые блюда Махапрабху, тыквенную кашу в молоке или шпинат, и потом садилась пометовать мантры, предлагать еду Кришне, Махапрабху всегда проявлялся там покушать. He used to appear. Wherever Nityananda Prabhu was doing kirtan, he would appear there. Not necessary to everyone, but to special persons to give his mercy. Всегда проявлялся, где бы ни проводил киртан Нитянанда Прабху, Махапрабху был в этом киртане. Может, невидимый для всех, но для избранных он был видим. Like when Nityananda Prabhu was doing kirtan with thousands of devotees in Panihati. Когда в Панихати проходил вот этот огромный киртан Нитянанды Прабху с тысячами преданных. Сила Рагунатха Дас Госвами came there to see him. Рагунатха Дас Госвами пришел туда повидать Нитянанду Прабху. And though other devotees could not see, but by Nityananda Prabhu's mercy, Рагунатха Дас Госвами saw the Avirbhav.
Mahaprabhu, though he was far away in Puri, he now appeared in Panihati. И несмотря на то, что в это время Махапрабху был далеко от Панихати, Джаганнатха Пури, по милости Нитянанды, который призвал Махапрабху, Прагунатха Дас Госвами получил этот даршан. Actually, he appeared after the Sankirtan. То есть Махапрабху появился после Санкиртаны. When everyone was sitting down in rows, taking prasada. Когда уже все преданные расселись в ряды и почитали прасад. And Mahaprabhu appeared there and he was dancing with Nityananda. And Mahaprabhu was taking some remnant of the devotees and putting it in the mouth of Nityananda. And Nityananda was taking the remnants of the devotees and giving it in the mouth of Mahaprabhu. И когда уже все преданные кушали, Махапрабху появился там, он пританцовывая, двигался по рядам с Нитянандой Прабху, брал еду с тарелок своих преданных и клал в рот Нитянанды Прабху. Нитянанда Прабху брал еду с тарелок преданных и кормил читанием Махапрабху. Though Mahaprabhu had left Navadvip, still every night to go to Puri. See, every night Srivas Thakur used to have Sankirtan, and Mahaprabhu used to appear in Srivas Thakur's Sankirtan to pacify the separation of his devotees. Даже после того, как Махапрабху принял саньясу, покинув Навадвипу, он каждую ночь проявлялся в киртанах, ночных киртанах Шривас Такура, чтобы утолить боль разлуки сердец своих преданных. And he used to appear in the house of Raghava Pandit as well to accept his offerings. Проявлялся в доме Раговы Пандита, чтобы почтить его подношение. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu delivered many people in different ways. И таким образом, вот этими разнообразными проявлениями милости Махапрабху дал прему многим. So first we'll discuss the Sakshat Darshan. Вначале мы услышим о том, как происходил Сакшат Даршан. When Mahaprabhu was firstly present in this world, if anyone just met him, even once, or saw him from far away, they would become completely satisfied. Когда Махапрабху был проявлен еще на земле, кто бы не встретил его, даже издалека, кто бы не увидел Махапрабху, человек испытывал мгновенное умиротворение и такое блаженство. Эмана даяло нахи шинутри мубани, Кришна прему хой тарадура даршани. Even seen from far away for a moment, fortunate persons would even get Krishna prema. Удачливые люди, даже увидев издалека мимолетное читание Махапрабху, получали Кришна прему. There were some offensive persons that did not receive prema immediately. Не все сразу прему получали, потому что те, кто был с оскорбительным, относились к Махапрабху неуважительно и оскорбительно, то у них заняло подольше получить Кришна прему. So the devotees from Navadvip every year they used to go from Bengal to Puri to have the Sakshat Darshan of Mahaprabhu and they would receive mercy in this way. And then they would return to Bengal. Ежегодно преданные из Бенгала, из Навадвипа отправлялись большой группой в паломничество на Сакшат Даршан Махапрабху в Джаганнатха Пури, так они получали его милость и снова потом возвращались домой. So it should be understood that in the Бхумандал there are 9 khandas. Нужно понимать, что в Бхумандале есть 9 канд. All the various varshas. Разные варши. And there are planets of the demigods, Gandharva Lok, Kinara Lok, and all these various beings, Kinaras, Gandharvas and so on, they used to come to earth and take human forms to have Mahaprabhu's Sakshat Darshan. And they received his mercy. Разные планеты, обители, где живут гандхарвы, кинары, разные такие райские существа, и вот они воплощали, принимали человеческий облик, спускались на землю, чтобы увидеть читание Махапрабху. So don't think that only Mahaprabhu's lila was in Bengal and Orissa. Sometimes he went to, he was delivering the whole universe. Не думайте, что лилы Махапрабху были ограничены вот этой локацией географической, там Индии, что ли, Бенгала. Он отдавал милость всей вселенной во время своего прихода. But some persons they were entangled in different activities and they could not have his Sakshat Darshan. So for them, Mahaprabhu gives mercy by Avesh, entering into one of his own devotees. Некоторые люди были настолько повязаны какой-то деятельностью, настолько вовлечены, у них не было возможности или они не могли найти возможность повидать Махапрабху, и таким людям он давал милость через посредников, через Авеш в своих, он вселялся в своих чистых преданных. So who is the example of the Авеш of Махапрабху? Кто пример Авеша? Рупа Гослами. Ну.
Nakul Brahmachari. Nakul Brahmachari. Nakul Brahmachari. So, in the village of Ambika, there was a Naishtik Brahmachari, lifelong Brahmachari named Nakul. В Амбике жил Наиштик Брахмачари, то есть Брахмачари с детства Накул. And suddenly one day he transformed. Однажды он вдруг преобразился. He became like a, he was possessed. Как будто бы в него вселился дух. And the tears of love were flowing from his eyes. Постоянно плакал, испытывая сильную любовь. And everyone who saw him became convinced that Авейш, Махапрабху had entered into him. И он стал совсем другим, и все, кто его знали, как только его видели, они догадывались, что в нем присутствует Махапрабху. He started glowing with Mahaprabhu's complexion, and he made all the sky around him also become golden. Он стал светиться золотым сиянием, источал золотое такое сияние, как вообще озарял небеса. And he himself was in so much bliss. He was not even aware what was going on around him in the world, any events. В таком блаженном состоянии всем находился, он вообще не понимал, что вокруг него происходит. So Mahaprabhu was in Puri. Mahaprabhu в это время жил в Пури. And in Ambika, then the Avesh came there, very powerful influence in Nakul Brahmachari. Но проявился в Nakul Brahmachari в Амбике. So at that time, men, women, children, everyone, in the thousands they were coming to give pranams to him and have darshan. Узнав об этом, все местные стали сбегаться огромными толпами. Мужчины, женщины, дети там тысячами приходили на даршан, на Nakul Brahmachari. So at that time, there was one Vaishnava, Shivananda Sen. Один Вайшнав, Шивананда Сен. And he'd heard, everyone was saying, Nakul Brahmachari. Mahaprabhu was done Avesh and become absorbed into him. Он услышал эти слухи, что все поговаривали, что Махапрабху вселился в Nakul Brahmachari, что он в Авеше читание Махапрабху теперь. So Shivananda Sen was thinking, maybe I should go and see him. Шивананда Сену стало любопытно, то наверное надо пойти на даршан сходить к нему. But then he thought, why should I go and see him? И потом он засомневался, да с какой стати я пойду? I can go instead, I'll see Mahaprabhu myself directly. Зачем мне его видеть? Я пойду лучше на Махапрабху, на даршан, напрямую. All these people that go to see him, they become so happy. Все так радуются после даршана. I'm not happy, I want to see Mahaprabhu. Как не понимаю, что они так ликуют, сходив к Nakul Brahmachari, мне грустно, например, без Махапрабху. Я лучше к Махапрабху пойду. I think if I go there, I'll still feel separation from Mahaprabhu. Я не думаю, что сходив... I won't feel happiness if I go to Nakul Brahmachari. Я не думаю, что сходив к Nakul Brahmachari, я утолю свою грусть разлуки с Махапрабху. So then, Shivananda Sen was thinking, думал, is he really the Avesha Mahaprabhu? Ну, реально, может он быть в Авеше Махапрабху? I'll test him. Надо проверить. If I go there and I'm just in the distance somewhere. Я пойду туда и в толпе где-то спрячусь вдали от него. If he knows that I have come. Если он узнает, что я там. And I am secretly remembering the Gaur Gopal mantra. И вот если он так узнает, что я секретно памятую Gaur Gopal mantra. Mahaprabhu knows this. Махапрабху знает это. No one else knows. Никто кроме Махапрабху об этом не знает. Only if Nakul Brahmachari will know this, then I will be convinced that. Я хочу доказательство. Если вот Nakul Brahmachari об этом обмолвится как-то, если узнает, вот тогда я поверю, что он в Авеше Махапрабху. So there was a big crowd of people there, and Shivananda Sen came, and he was at the back of the crowd. И он и пошел туда, и там пришел к тому месту, где жил Nakul Brahmachari, там была действительно огромная толпа, и он зашел в толпу эту. So Nakul Brahmachari had been talking, but then when Shivananda Sen came, he suddenly became silent. Я вам что-то всем рассказывал, но как только Шивананда Сен зашел в эту толпу, Nakul Brahmachari замолк. Then you say, who has come? Who has come? А и с закрытыми глазами сказал, кто пришел сюда? Это кто пришел? Then, then he told what? Shivananda Sen has come. Find him and bring him here. И потом сказал одному из преданных, Шивананда Сен пришел, а ну разыщи его и приведи его сюда. So then, someone came. Oh, you are you Shivananda Sen? Come, Nakul Brahmachari is calling you. Стали расспрашивать, кто там Шивананда Сен? Это вы Шивананда Сен? Nakul Brahmachari вас зовет к себе. Now Shivananda Sen was having doubts about his doubts. Сомневался в своих сомнениях, Шивананда Сен.
He started to have doubts about his doubts, and he came through the crowd, and then he came in front of Nakul Brahmachari. То есть сердце его дрогнуло, он же думает, так, что тут происходит непонятное, он пошел, вышел вперед, к Накул Брахмачари, поклонился. So Nakul Brahmachari called him forward. Nakul Brahmachari говорит, подойди сюда. And Nakul Brahmachari said to him, и сказал ему, now listen with all your heart. Слушай все, внимай всем своим сердцем теперь. Your Ishta mantra is the four-syllable Gaura Gopal mantra. Твоя Ishta mantra – это четырехслоговая Gaura Gopal mantra. So then, she would have said, all his doubts went away. Конечно же, все сомнения тут же развеялись, уже она. And he became ecstatic. Он так обрадовался. Oh wow! Chaitanya Mahaprabhu does avesh into his qualified devotees and gives mercy through them. Подумал, потрясающе, Махапрабху реально совершает авеш в своих преданных и избранных преданных и дает милость через них. So, don't doubt it. Поэтому не сомневайтесь. Even those who are not seeing Mahaprabhu, что даже те, кто не видят Махапрабху, у всех есть шанс даже без сакшат даршана Махапрабху получить его милость через ареш. Шивананда Сен, he's a great person and a great example for Mahaprabhu's mercy, because Mahaprabhu gives mercy in the form of сакшат даршан, ареш and авирбхав. And Shivananda Sen received mercy in all three ways. He's the example of a person who received mercy in all three ways. Шивананда Сен в уникальной категории преданных, потому что он получил милость тремя способами. И сакшат даршаном, и авешам, и авирбхавам. So now, listen very carefully. How Mahaprabhu gives mercy? Ты послушайте, как Махапрабху дает милость. Shivananda Sen had a nephew named Srikanta. Shivananda Sen был племянник Srikanta. And once, some situation came and he didn't wait for the devotees. Alone he went to Jagannath Puri. Shivananda Sen? No, Srikanta. Srikanta. И так возникла такая ситуация, что вот этот племянник не стал ждать всех преданных, решил в одиночку отправиться вперед, Jagannath Puri. And when he met Mahaprabhu, Mahaprabhu was with his senior, Paramananda Puri, and his Abhinna Swarup, Swarup Damodar Goswami. И в этот момент, когда Шриканда, вот этот племянник пришел к Махапрабху, Махапрабху был среди старших преданных, Парамананда Пури и Сваруп Дамодаром, своим Абхинна Сварупой. Now, every year the devotees would come from Bengal and spend Chaturmasya and Ratiyatra 4 months in Puri, and then Mahaprabhu would send them back. But Mahaprabhu was smiling and he said to Srikanta, tell Advaita Acharya and all the devotees, don't come this year. И обычно так было заведено, что преданные из Навадвипа, Навадвипа большой группой всегда приходили в Джаганатхапури и проводили там 4 месяца с Махапрабху во время Чатурмаси. Because Махапрабху сказал Шриканте, ты передай Адвайте Ачарье и другим, что не надо им приходить сюда. Because instead, I'll go to see them. Не надо им навещать меня в Пури, я навещу их в этом году, в Навадвипе. And also, tell your uncle Shivananda that I'll come to see him personally in December. И скажи своему дяде Шивананде, что я лично навещу его в декабре. So then, Srikanta, after being in Puri, he went back to Bengal and he came to Advaita Acharya and told all the other devotees. Mahaprabhu said, don't come, he's going to come to see you. They were already packing and getting ready to set off because for a month's journey. But they all stopped their preparations and they were waiting for Mahaprabhu to come. И Шриканта погостил там, где Джаганатхапури, и вернулся обратно, и как раз к тому времени, когда вся главная группа собиралась уже отправиться в путь, и он сказал Адвайте Ачарье и своему дяде Шивананде Сену, что Махапрабху просит вас не приходить, он сам навестит Навадвипу в этом году, ждите его тут. And December came. Ну, потом прошли эти месяцы. Got all the Mahaprabhu's favorite ingredients like shak and mochakanda and others. И так как он обещал, племянник сказал дяде, что Махапрабху в декабре тебя навестит, то что в декабре он уже закупил там много вкусных продуктов, все любимые блюда там. Advaita Acharya and other devotees were waiting with great anticipation for Mahaprabhu to come. С таким нетерпением ждали прихода Махапрабху, все преданные там готовились. Then the time came around and Mahaprabhu didn't come. Прошло время.
много времени Махапрабху не было. And they were all very disappointed. И уже к тому времени все поняли, что он не придет, и все удручились сильно. So there was one brahmachari named Нисхинананда Брахмачари. Но а среди преданных был один Нисхинананда Брахмачари. Actually, his name was Pradyumna Brahmachari. Pradyumna Brahmachari. But he was so dedicated to Lord Нисхинананда that Махапрабху changed his name to Нисхинананда. То есть его звали Прадюмна, но Махапрабху дал ему такое прозвище Нисхинананда, потому что все знали, как он любил Нисхинку. So Shivananda went to see Нисхинананда Брахмачари, and he was weeping. И Шивананда Сен пошел посетовать Нисхинананде Брахмачари. Шивананда Сен was saying, Махапрабху promised to come, but he did not come. И он делился своими переживаниями, говорит, Махапрабху уже пообещал, что он придет, а и не пришел. And when I see the shack and all the vegetables and the banana flowers that I collected, my heart is breaking. Мне грустно. Я купил столько шпината и банановых цветов и всех овощей, чтобы приготовить для него. И вот смотрю на вот эти все свои продукты и просто плакать хочется. So Нисхинананда he said. Нисхинананда сказал. Please wait patiently. Так, подожди. I will bring him here. Сейчас я его призову. In 2 days. Я его через 2 дня сюда призову. So Нисхинананда he was famous for being like a powerful yogi. Все знали, что у Нисхинананды были такие ситхи всякие, что он был как йога мистиком. And so when he said this, Шивананда believed him. И когда он это сказал, Шивананда тут же поверил ему. Сказал, раз через 2 дня, значит через 2 дня. So then Нисхинананда went into meditation. Нисхинананда погрузился в транс. And then after 2 days he goes, tell Shivananda to come. И через 2 дня он сказал, призовите Шивананду, позовите ко мне. So Shivananda came to Нисхинананда. Шивананда пришел к Нисхинананде. He said, I have brought Shri Chaitanya Mahaprabhu now from Puri to the home of Raghava Pandit. So that's in Panihati, it's quite close. И он сказал, я уже довел Махапрабху из Пури до Панихати, он сейчас в доме Раghava Пандита. So he'll arrive here tomorrow morning. Значит, тут он будет завтра утром. Then Нисхинананда said, so he's going to come here tomorrow morning, I'm going to personally cook for him. Нисхинананда сказал, значит, к утру он будет тут, я ему готовлю завтрак. So give me all the good ingredients. Отдавай мне все свои. Шивананда Сен was ecstatic. Шивананда Сен обрадовался. He went and got his spinach. Побежал за своими кабачками. And his banana flowers, everything, and he brought them to Нисхинананда. Побежал за своими кабачками, шпинатом, там банановыми цветами, принес все на кухню Нисхинананды. So then the next day, early in the morning, Нисхинананда woke up before dawn and took his bath, put on fresh cloth. На следующее утро Нисхинананда проснулся очень рано. Пошел, принял омовение, одел чистые новые. Начал готовить любимые блюда Чайтаньи Махапрабху. So he had a deity of Mahaprabhu, a deity of Нисхингадев, and a deity of Lord Jagannath. Нисхинананда Брахмачари было божество виграха Чайтаньи Махапрабху, Нарасимхи Бхагавана и Господа Джаганатха. And he made 3 plates. And he put all the preparations. One plate for Махапрабху, one plate for Lord Нисхингадев, and one plate for Lord Jagannath. Разложил приготовленную еду на 3 тарелочки, поставил перед каждой виграхой одну тарелочку для Махапрабху, одну для Нарасимхи Бхагавана, одну для Господа Джаганатха. Идам наивадям сатурси паневаджам. И стал предлагать Богу. And then he sat in meditation, offering the Bog. Памятовать мантры, предлагать Богу. So then he was meditating, and he saw Махапрабху Авирбхав appeared. И вот он медитировал, увидел Авирбхав Махапрабху проявился. And Махапрабху ate all the prasad on his plate. Махапрабху съел все на своей тарелке. Then he ate all the prasad on Lord Jagannath's plate. Потом посмотрел на тарелку. And then he ate all the prasad on Lord Нисхинананда's plate also. И съел все с тарелки Господа Джаганната, еще съел все с тарелки Господа Нарасимхи. So when Нисхинананда saw this, there was like a mixture of love and anger. Нисхинананда видит это все, и ему вроде и радостно, но очень горестно как-то. Это задело
всего происходящее. Because his Easter day is Lord Nishinganda. Он все равно любит Нарсимху больше всех, чтобы его еду съели. So then he said to Mahaprabhu, oh, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Well done, well done. Молодец. Look, I know that you are none different from Lord Jagannath, so if you eat his offering, then that's okay. But why do you eat the offering of my Nishinganda? Уже обижена стала отчитывать Махапрабху, сказала, я понимаю, что ты не отличен от Джаганната, вот, ну ешь с его тарелки, а зачем кушать еду моего Господа Нарсимхи? Then he said, now my Nishinganda has to fast. И теперь Нарсимхи придется голодать. In the meantime, Shivananda saying who had come there to bring the ingredients, he came running into the room. See the Shivananda Brahmachari crying. He said, why are you crying? В это время туда забежал уже Шивананда Сен, там он доносил всякие продукты еще. И он увидел рыдающего Нарсимхананду, говорит, что ж ты плачешь, что случилось? The Shivananda Brahmachari said to Shivananda saying, he said, your Chaitanya Goswami has eaten all the offerings and now my Nishinganda has to fast. Нарсимхананда обиженно сказал, твой Чайтанья Госвами съел всю еду, даже ту, которая была на тарелке моего Нарсимхи, теперь мой Нарсимха Господь будет голодать. By this, through his associates, Mahaprabhu is teaching that you have to have Ekanishtha, be one-pointed to your Ishtadev. И вот этими лилами, задействуя своих приближенных спутников, Махапрабху показывает необходимость фокусированности на одном Ishtadev, что должно быть четкое понимание, кто объект нашего поклонения. Like Hanumanji, he said, Srinate, Janakinate, Abeda, Paramatmani, Tatapi, Mamasavasa, Rama, Kamala, Lochana. I know that Krishna and Lord Ram are the same, Supreme Lord, but still, only Lord Ram is my life and soul. Как Хануман, он говорит, да я прекрасно понимаю, что Кришна и Рама – это одна личность, но что же для меня важен лишь только Рама для меня, мое сердце и радость. So, Nishinganda Brahmachari, he told Shivananda saying, your Chaitanya Goswami has taken all the preparations and now my Nishinganda will fast. Alas, alas. И вот так расстроенный Нарсимхананда Брахмачари жаловался, что твой Чайтанья Госвами съел все. И все, что принадлежало моему Нарсимха Деву. Shivananda saying, oh, don't panic. I have bought some more ingredients, you can cook again. Шивананда Сен сказал, да не проблема, я принес еще еды, ты приготовь побольше. And so then, Nishinganda Brahmachari became happy, where? And then he took the ingredients and happily he was cooking again. And made a separate feast for his Lord Nishinganda. Поняв, что еще есть продукты, он успокоился, тут же побежал, наготовил еще и отдельно уже покормил только своего Нарсимху. So now Nishinganda Brahmachari was very happy. Ну теперь он уже был доволен. Nishinganda Sen was thinking. А теперь уже Шивананда Сен так думал. Is this real or is it just making sense? Что вообще происходит? Он побегал. Шивананда Сен didn't see anything. Потому что Шивананда Сен никого не видел. Он думал, что выдумывает, играется со мной так. So he had doubts about Nishinganda Brahmachari. Я вот засомневался в том, что вот Нарсимхананда рассказывает. Is this legit? Серьезно? So that doubt was in his mind for a long time. То есть он не мог отогнать вот это сомнение, это грызло это его сомнение, думает. Then another year when all the devotees of Bengal went to Puri. А потом уже через год, когда наконец-то большая группа из Навадвипы отправилась в Пури, they met with Mahaprabhu, they all sitting there. И наконец-то, когда они встретились, Махапрабху, все сели рядом с ним. They were so happy to see him again after long separation. Потому что разлука оказалась такой долгой, и все так были счастливы оказаться снова рядом с ним. And then, while Mahaprabhu was talking to everyone, then he looked and he saw Nishinganda Brahmachari. И пока Махапрабху со всеми беседовал, он вдруг посмотрел и бросил взгляд, увидел Нарсимхананда Брахмачари. Mahaprabhu said, oh, you are such a good cook. Сказал, о, ты такой хороший повар. I cannot forget those delicious preparations you made for me.
In December. And so I gave myself to taste them. So then, when Mahapu said this to Nishinananda, others who were there, they were doubted. Did Mahapu really go there? Others had some doubts. But she began to say, all these doubts went away. И когда Махапрабху это сказал, все преданные, услышав, подумали, о чем он говорит, в каком декабре он был в гостях у Нарсимхананды, Брахмачари. И все засомневались, но в этот момент это все сомнения тут же покинули сердце и ум Шивананды Сена. It's very astonishing how Mahapu's interacting with all these devotees and they're all having different paths, different emotions. Интересные лилы, такой индивидуальный подход какой у Махапрабху ко всем своим преданным, у каждого свои вот эти лилы. Shivananda came with a doubt. Others didn't have any doubts. When Mahapu said this, then they had doubts, and these doubts went away. Единственный, кто туда пришел в Пури с сомнениями, был Шивананда Сен. Все остальные шли себе спокойно. Теперь все были обременены этими сомнениями, а Шивананда Сен теперь избавился от своих там. Шивананда Сен got so much mercy from Chaitanya Mahaprabhu. Шивананда Сен получил столько милости от Махапрабху. Especially because he used to serve all the Vaishnavas. Почему? Потому что он служил всем Вайшнавам постоянно. He was a very good manager. Он был хорошим менеджером. One devotee of Mahaprabhu, his name was Vasudev Datta. Один из преданных Махапрабху, его звали Васудев Датта. And he was terrible with managing money. Он вообще не умел иметь дело с деньгами. Ему лучше было не поручать ничего. And especially he was very generous. И чрезвычайно щедр был еще. So he used to spend the money giving pranami to Vaishnavas and making festivals and everything, and then he could not feed his family. То есть он мог так расщедриться там на устраивать фестивали, на раздавать пранами, а потом оказывалось, что уже нет денег семью прокормить такая. So Mahapu was told, because he knew Shivananda Sen is a very good manager, I want you to manage Vasudev Datta's finances. Махапрабху поручил Шивананда Сену, что ты управляй финансами Васудев Датты, потому что он сам не способен. And not only that, but when Advaita Acharya and all the devotees from Navadvip, from Sri Kanda and the other places, they used to come to Puri every year. It would take them a month walking. Sorry, they used to come from Bengal to Puri every year. It would take them a month walking. And Shivananda Sen used to manage their food, their accommodation, and there are many taxes, toll stations along the way. And he used to pay all the taxes for the pilgrims, and somehow or other, he managed to bring them all to Mahaprabhu's lotus feet. Когда ежегодно большая группа преданных отправлялась пешком из Бенгала, там из Шриканды, из Навадвипы, в Пури у них занимало это путешествие целый месяц. Все шли пешком туда. И Шивананда Сен заведовал всей логистикой, расселением там на ночлег, продовольствием, питанием, он оплачивал там, когда подходили, пересекали реки, лодочникам, все пошлинные сборы там на границах разных царств он оплачивал. И так потихоньку-потихоньку он доводил всех преданных до Джаганнатха Пури. So, you know, Brinda Devi in Vrindavan Lila, she is the Yoga Maya of Madhurasa. Вринда Деви во Вриндаване заведует, она йога майя, заведующая Мадурасой. She manages, she's the Lila Shakti of Madura, so she manages the romantic pastimes of Radha. Она Лила Шакти романтических отношений Радхи и Кришны. So Brinda Devi has an expansion, her assistant named Veera. У нее есть экспансия, помощница, которую зовут Вира. So Shivananda Sen is actually the incarnation of that. И Шивананда Сен есть как раз воплощение Виры в Гора Лилах. So, being the manifestation of Yoga Maya, he's managing how everyone can yoga meet with Mahaprabhu. Так как он воплощение Йога Майи, он заведует встречи, как соединиться, совершить вот эту йогу, встречу преданных с читанием Махапрабху. So one day, однажды, one pilgrim came to Navadvipa. Один паломник прибыл в Навадвипу. And he wanted to go and meet with Mahaprabhu in Puri. И он выразил свою готовность, желание отправиться в Пури повидать читание Махапрабху. But he didn't know the road how to get there, and in those days so many wars were also going on. Но он понятия не имел, каким маршрутом туда идти надо, и в то время столько было разных войн на всех этих территориях, штатах там. So this pilgrim, he approached one servant in Navadvipa of Advaita Acharya. His name was Gandharva.
И вот этот паломник, он нашел слугу Адвайты Ачарью Гандхарву в Навадвипе. And he said to him, oh, my dear brother Gandharva. Он сказал, дорогой брат Гандхарва. Will Shivananda Sen give protection and guidance to me, an inexperienced traveler, and guide me to Purushottam Khetra to see Mahaprabhu? Даст ли Шивананда Сен покровительство мне, неопытному паломнику, и поможет ли он мне безопасно добраться до Джаганнатха Пури, повидать Шри Чайтанью Махапрабху? So then Гандхарва, he said, oh my dear brother, Shivananda Sen even gave protection and guidance to a dog. So why do you think he will not protect a human being like you? Гандхарва ответил, да о чем ты говоришь, мой брат Шивананда Сен даже дал покровительство собаке, довел ее до Пури, то как же он откажет тебе? So then he said, he gave protection and guidance to a dog? What happened? Паломник сказал, собаке, а ну-ка подробнее расскажи мне об этом. Гандхарва said, Гандхарва сказал, once we were traveling, and one this stray dog started to follow Shivananda Sen and walk with the Parikrama Party. И Гандхарва стал рассказывать, однажды мы шли все группой в паломничество, и вдруг собака какая-то уличная подбилась, подбежала к Шивананда Сену и пошла вслед за ним. So Shivananda Sen, seeing his dog was following them for such a long way, he thought this must be a special soul. И Шивананда Сен, увидев, что эта дворняжка собака бежит вслед за ними уже много километров за паломниками, подумал, какая-то особенная душа. So Gandhara said, Shivananda Sen would arrange a meal for the dog every day. И тогда Шивананда Сен стал присматривать за собакой и всегда там просил, чтобы была тарелка для собаки. Not remnants. Не остатки чьей-то еды. He would get the cook to cook a special preparation for the dog. Нет, просил, чтобы повар отдельно что-то приготовил для собаки, специальное меню. This is how kind and affectionate he is. Спецпитание для собаки. Вот с такой добротой он относился ко всем, кто был под его покровительством. One day we had to take the ferry boat across the river. Однажды Гандхарва расскажет, нам надо было сесть в лодке, переплыть на другой берег. And the ferryman said, no, no, I know dogs coming in my boat. I'm sorry. Лодочник сказал, собакам вход запрещен в мою лодку. And Shivananda Sen, he had to pay extra money for the dog. He had to pay more than for a human being. Because the ferry owner didn't want the dog in his boat. Лодочник, he had to pay extra. Было противно перевозить собаку, он отказывался. Шивананда Сену пришлось доплатить дополнительно, там, чтоб тот больше, чем за человека, за ту собаку, чтобы лодочник согласился. So there are about three quarters of the way there. И три четверти пути уже все проделали туда в Пури. And Shivananda Sen's servant, he forgot to give the preparations for the dog one day. И однажды слуга Шивананда Сена забыл покормить собаку. And Shivananda Sen was looking around. Потом Шивананда Сен стал смотреть по сторонам. Where's my dog? Где собака моя? He went to his servant. Did you feed him? Спросил слугу, ты покормил сегодня the собаку? The servant said, oh, I forgot to cook for him. А слуга уже снулся, говорит, ой, совсем сегодня забыл приготовить для него. So then Shivananda Sen, oh, alas, my dog was not fed. Шивананда Сен расстроился. Моего пса не покормили сегодня. And he was, the program party was going this way, but Shivananda Sen was going everywhere, calling out. И вообще он его найти не может теперь. Все двигаются в одном направлении. Он бегает по сторонам, там туда ищет собаку. He didn't know the dog, so he'd given the dog a name. А он уже к тому времени нарек собаку именем. But he was calling his name, but he did not come. Звал по имени собаку, собака не возвращалась. Mm-hmm. And Shivananda Sen, he was so, he felt like he'd made an offense to the dog, and he fasted. И Шивананда Сен так расстроился, думал, оскорбили собаку, придется, все, я буду поститься, потому что надо искупать свою вину перед собакой. When they arrived in Jagannath Puri, и когда вся группа прибыла в Джаганнатха Пури, he found the dog. Он нашел наконец-то свою собаку. On the beach. На пляже. He was already there. Собака уже там была. And he was very happy. И собака была счастлива. Because Mahaprabhu had the pulp of a coconut. Махапрабху сидел и кушал кокосовую вот ту мякоть. And he was throwing it, and малай. The dog was... И потом Махапрабху выковыривал малай из кокоса, подкидывал, и собака прыгала и ловила мозг. But Mahaprabhu would only throw it if the dog chanted, Hare Krishna. Подкармливал пса только тогда.
это когда тот произносил Хари Кришна. So Mahaprabhu saying, Mahaprabhu, Hare Krishna. Mahaprabhu, давай, скажи Хари Кришна. And the dog, Hare Krishna. And he was throwing it over and jumping. Собака как могла произносила, и Mahaprabhu бросал кусочек кокосовой мякоти его. So then, Shivananda saying, when he saw the dog, he came up to apologize. Когда Шивананда Сен увидел собаку, он так обрадовался, подбежал извиниться перед ней. He gave dandavat pranam to the dog. Стал кланяться собаке. When he first saw him, he gave pranam to the dog. But then when he saw the dog was chanting Hare Krishna, then again he gave another pranam. Просто увидев собаку, поклонился. Когда услышал собаку, что Хари Кришна повторяет, он решил, что стоит еще поклониться. And then the next day, no one saw that dog ever. А на следующий день никто больше этой собаки нигде не видел. But they could understand that by the mercy of Mahaprabhu, that dog had attained a beautiful swarup and gone to the spiritual world. Все поняли, что действительно была особенная душа, и по милости Махапрабху пес обрел сварупу духовную и уже отправился в духовный мир. So this pilgrim, he was listening to this katha from Gandharva. И паломник услышал эту историю от Гандхарвы, слуги Адвайты Ачарьи. He said, "Oh brother, today is an auspicious day for me because the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu have entered into my ears." Он сказал, такой благодатный, мой удачливый день сегодня, потому что вот эти чудесные лилы Махапрабху проникли в мои уши. Mahaprabhu even made a dog chant the holy name. Если Махапрабху смог побудить собаку воспевать святые имена. If this is the mercy that he gives to dogs, then what mercy will he give to human beings? Если такую милость он дает животным, то какая милость ждет людей? So then he wanted to know more about Shivananda Sen. Ему стало так любопытно узнать побольше о Шивананде Сене. Because that dog got mercy of Mahaprabhu because he had taken shelter of Shivananda Sen. Он понял, что вот эта собака получила милость Махапрабху, потому что сначала она получила милость Шивананда Сены. То есть Шивананда Сен признал ее своей, и Махапрабху дал милость тем, кого преданные принимают своими. So then, that pilgrim, he said, "Oh Gandharva, tell me something." Паломник сказал, Гандхарва, поведай мне. These days, just like brambles are growing everywhere. Подобно тому, как сорняки растут. Thorns and bushes are growing everywhere. So I have heard that on the road to Jagannath Puri, the toll collectors, tax collectors are growing everywhere. Ты знаешь, Гандхарва, я слышал, что подобно сорнякам бурно растущим, сейчас вот эти таможенники стали расти везде на дорогах. Таможенные будки выросли повсюду на дорогах, которые ведут к Джаганнатхапуре. Это так? Mm-hmm. So how does the Parikrama party, led by Shivananda Sen, get to Jagannath Puri? How do they treat the devotees, these brambles? Вот эти сорняки таможенные, как они относятся к преданным? Как вашим группам удается пройти мимо всех этих таможенных постов по пути в Джаганнатхапуре? So Gandharva said, every year the devotees are going to Puri, and by Chaitanya Mahaprabhu's powerful mercy, they never have any problem. Only one year there was a problem. Гандхарва говорит, ты знаешь, по милости Махапрабху каждый год наша группа благополучно доходит до Пури, и проблема возникла лишь один раз. That pilgrim asked, "What happened, Gandharva? Tell me what happened." Паломник сказал, ну расскажи мне, Гандхарва, что случилось? Hmm? So Gandharva said, "One year my master Advaita Acharya was traveling with all the devotees." Гандхарва сказал, однажды мой господин Адвайта Ачарья, он шел со всеми преданными. And as we were going south, there was one minister in the government of Prataparudra Maharaj, and he was a busybody. И когда мы шли, he was very independent. На юг, там был один министр из царя Пратапарудры, он такой был, все время что-то влазил в какие-то не свои дела. So one king was attacking from South India, and Prataparudra Maharaj with his army had gone south of Puri, and they're coming from the north approaching, and this minister had gone and set up a tax collection place on the road. И говорит, это вот in Рамуна. Говорит, мы шли на юг, как царь Пратапарудра, на его царство напали, ему пришлось идти защищать границы, а мы в это время спускались с севера на юг, и вот этот министр решил устроить там таможенные сборы. Mm-hmm.
So came to meet with that minister. И Шивананда Сен пошел поговорить с этим министром. And the minister said, so how many people do you have? Министр спросил, сколько в вашей группе людей? You won't have to pay for each person. За каждого надо будет поголовно заплатить. There were more than 200 devotees. И там было больше 200 преданных. And the tax collector said, okay, they can go through, but then they can wait for you, because you will have to pay. Я сказал, ладно, пусть они идут вперед, ты оставайся, ты будешь рассчитываться за всех со мной. The tax collector, he was counting. One, two, these ones they were going through. And he was, in his mind he was calculating how much money he's going to make. So after they had gone through and they were waiting here at the side, then he gave the bill to Шивананда Сен. Шивананда Сен saw, oh, this is extortionate. Да вы что, смеетесь? Столько задираете, какую цену. We cannot pay this much. We don't have this much. Вы паломники, у нас нет стольких денег. No one ever tried to charge this much before. Никто в жизни с нас столько не просил никогда. You should lower the price. А ну-ка быстренько сбивайте цену. But that minister was very mean. Этот министр был вредным. Said, no, no, you have to pay. Вот что-то его вот этот вожа под хвост, говорит, нет, платите вот столько мне. So Шивананда Сен was quarreling with him. И Шивананда Сен стал спорить с ним. Адвайта Ачарья in the distance he was watching. И Адвайта Ачарья смотрел со стороны и уже. So then that minister he called his soldiers. Министр призвал стражников. Oh, put him in jail. Вообще арестуйте его. And they came and they put chains on his hands and legs. И они подошли и стали заковывать, одевать наручники. And they took him and put him in a prison. Шивананда Сен и повели его в тюрьму. Адвайта Ачарья was devastated. Адвайта Ачарья так расстроился. And the way they charged all the devotees, they couldn't, they didn't do their, remember their gayatri or anything. They didn't do any of their daily duties on time. They were in so much distress that Шивананда Сен had been imprisoned. Все настолько переживали преданные, что никто толком вообще ни гайдри не пометовал, никто никакие ритуалы не провел, потому что все не понимали, что делать. Теперь Шивананда Сену посадили в тюрьму. So that it was evening time, the sun went down. Уже вечер наступил, село солнце. It became 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 4 hours of the night passed. 9, 10, 11, полночь наступила уже. And Шивананда Сен was in chains in the jail. А Шивананда Сен сидел там в тюрьме. What would I do now? Что делать? So then, in the middle of the night, посреди ночи, the jailers came and unlocked. Пришли стражники, открыли дверь. And said, come with us. Сказали, пойдем с нами. Now Шивананда Сен said, oh, they're going to beat me. Шивананда Сен подумал, сейчас будут бить, точно. Who will come in the middle of the night? This is, they're going to give me a beating. Явно хотят избить, потому что ночью какой толк, кто придет за мной ночью, кроме как мне побить. And took him outside, and when he got outside, he saw that minister was there. Они вывели его на улицу туда, и когда он вышел, он увидел, что там стоит министр. And he was surrounded by so many men with flaming torches. И вокруг него была куча людей с этими огненными факелами. So then the minister came up to him. Министр подошел к Шивананда Сену. So, сказал, you have come here with all of these men? Ты пришел сюда со всеми этими людьми? Шивананда Сен said, yes. Шивананда Сен сказал, так точно. Then that minister said, who is your master? Шивананда Сен, этот министр сказал, кто твой хозяин? Шивананда Сен said, Sri Krishna Chaitanya. Шивананда Сен посмотрел пристально министру в глаза, сказал, Шри Кришна Чайтанья. So then the minister said, oh, you are the servant of Sri Krishna Chaitanya. And I am the servant of Sri Jagannath Deva. So in those days, there was some competition because many followers of Mahaprabhu would come to Puri. And there were some of the pandas and servants of Lord Jagannath. They were thinking, why are they giving respect to this sannyasi? They respect him more than Jagannath, and they took offense.
В то время там сложилось такое нездоровое отношение между слугами Господа Джаганнатха, пандами, и вайшнавами, потому что когда вайшнавы приходили, они явно выражали гораздо больше почтения читания Махапрабху, чем самому Господу Джаганнатху. Это раздражало, очень задевало. Панды не думали, что за безобразие, как можно человека саньяси почитать больше, чем нашего Господа. So, sometimes there were some hostilities between the two groups. И уже там назрела враждебность между этими группами. The followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the followers of Lord Jagannatha. Там уже проскальзывалась такая враждебность между последователями Господа Джаганнатха и Шри Чайтаньи Махапрабху. I have seen an oriental diary of that time. And someone has written about this. Дневник даже арийский какого-то там современника Махапрабху, вот описание вот этой ситуации. Even Srila Bhaktivinoda Thakur has written, Jagannatha Pandit has written that one day the Pandas, they were so upset, they thought, how can we discredit this Sri Chaitanya Mahaprabhu? We know he does not eat grain on Ekadasi, so let's come and bring some Jagannath Mahaprasad and give to him. And when he doesn't accept it, it will be disrespect to Jagannath and he will be discredited in the eyes of the people. Jagannatha Pandit описывает уже как однажды... If he doesn't honor the Mahaprasad, because when you receive Mahaprasad, you have to honor it at once. You cannot wait, even if it falls from the mouth of a dog, you have to honor it at once. Джагананда Пандит описывал, как однажды слуги Джагананда Панды, они решили испортить репутацию Чайтаньи Махапрабху, так осрамить его в глазах людей. Они думали, давай-ка мы им сейчас отнесем в Экадаши в день Джагананда Махапрасад рис. Потому что если кто-то тебе дает Махапрасад Джагананда, его следует почтить немедленно. Даже если он там, если собака уже съела его, он выпал из пасти собаки. So the Pandas, они думают, он откажется, или вот мы опозорим его, что он уважает. They thought they could discredit Mahaprabhu. And they came and they put the Jagannath Prasad before him. On Ekadasi. On Ekadasi, yes. И они решили вот так создать такую ситуацию, конфликтно опозорить Махапрабху, принесли ему горшок Джаганнатха Махапрасада риса как раз в Экадаши. They thought he will not honor it. И поставили перед ним, думая, что он откажется наотрез. But Mahaprabhu began to offer stavan stuti, many prayers to the Mahaprasad. Увидев Махапрасад, Махапрабху, сложив руки, молитвенно стал очень громко, проникновенно воспевать молитву Махапрасаду. And he gave dandavat pranam to the Mahaprasad again and again. Кланяться снова и снова Махапрасаду. And with kirtan also he did parikrama of the prasad. И с кирталом стал обходить Махапрасад. So then the Pandas could not say he did not honor the Mahaprasad. Because he gave more honor to that Mahaprasad than they ever seen in their life. Они растерялись, потому что это все затея провалилась, потому что нельзя сказать, что он не уважил Махапрасад, потому что такого уважения они в жизни не видели к Махапрасаду, как его уважал Махапрабху. But he didn't take any. The next day, at the time of the Paran, then he took some. Махапрабху выждал следующего утра, Паран, и тогда он почтил рис. So you have to understand, sometimes there was some rivalry. То есть в то время уже такая конкуренция возникла, такое соперничество. So when this now it's the middle of the night, they took him out of the jail. И теперь посреди ночи этот министр. All the men are there with flaming torches. Со своими людьми вывел Сивананда Сену на улицу туда в ночь и говорит, кто твой хозяин? Who is your master? Кто твой хозяин? Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Oh. Mm-hmm. You are the servant of Sri Krishna Chaitanya. I am the servant of Lord Jagannath. So tell me, who is the greatest? Значит так, Chaitanya or Jagannath? Значит так, ты слуга Чайтаньи, а я слуга Господа Джаганнатха. Вот расскажи мне сейчас, кто из них важнее? Чайтанья твой или мой Господь Джаганнатх? Now what will Sivananda Sen say? Что делать Сивананда Сену теперь? He said. Он сказал. My Chaitanya is the greatest. Он сказал, самый великий это мой Чайтанья. So then when the minister heard this. Когда министр услышал этот ответ. He began to smile. Он улыбался. And he became very humble. И стал очень кротким. As if he had committed some great offense. Как будто бы он что-то очень нехорошее сделал. So then he said, O Sivananda Sen, tonight
I had a dream. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu came to me in my dream. And he said, "You have shackled my servant. Set him free at once." И он заорал на меня, он сказал: "Ты посадил в тюрьму, ты заковал в оковы моего слугу. Немедленно выпусти его на волю." And that is why I woke up in the middle of the night and immediately came. И вот поэтому я тут стою перед тобой посреди ночи. Please forgive me. Прости меня, пожалуйста. There is no need for you to pay any toll at all. Никакой таможенных налогов платить не надо. In the morning, now you can rest, and in the morning, you and all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, you can all go free, no tax at all. Сейчас ты поспи спокойненько, к утру уже можете отправляться в путь со всеми преданными без всякой налоговой оплаты. And then he told two of his men with the torches, "Oh, you two, go with him and protect him, make sure he's safe, and guard him and his friends that they travel safely to Jagannath Puri." И потом отправил двух своих стражников, сказал: "Иди, сопровождай его и всех его людей, чтобы они дошли благополучно до Джаганнатха Пури." So this is the test. Это экзамен такой. Do you have mamata for your Ishtadev? Есть ли у вас мамата к вашему Ishtadevу? When he was asked, "Who is the greatest?" Когда спросил, кто лучше? He is under so much pressure. Что столько давления, вот такая ситуация тяжелая. He can only speak what is in his heart. Но он сказал правду, то, что было в его сердце. So we have sung today this kirtan of Srila Narottam Das Thakur. Сегодня мы пели киртан Srila Narottam Das Thakur. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Dasi Ranu Da. Mahaprabhu зовут Mahaprabhu. Prabhu means that everyone is his das. Prabhu. Because it's a das, servant of Prabhu, master. Prabhu указывает на то, что он господин для всех, все его слуги. But he's called Mahaprabhu, Maha, because those who have the relationship, sambandha, with Mahaprabhu, I am your das, then they will automatically attain by the relationship of Dasya to Mahaprabhu, they will attain Mahabhava. Madhuyaras, following Radhika and the gopis of Vrindavan. So his name is Mahaprabhu. Mahaprabhu, потому что те, кто станут его слугами и будут служить ему, они получат Mahabhavu в романтической любви, как служанки уже Шримати Радхики, служанки Радхи и Кришны. Поэтому он Mahaprabhu. So leave, give up all ego, be nirahankar. Поэтому избавьтесь от эго, станьте нирахангар. But you should have this ego. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Dasa Ranadas. Избавьтесь от ложного эго, но вот слейтесь в одно целое с этим духовным обиманом, что мы слуги Шутха Ахангара. Пусть вас проявится Шутха Ахангара, чистое эго души, принадлежности лотосным стопом Шри Чайтани Махапрабху. Према Пуршора Масати Нандан Шри Гауранда Махапрабху.